Итак, после того, как мы собрали вот эти вот пыльники с сосен, вот я освободил одну ячейку. Сейчас я ее беру и буду с нее вытряхивать все в ситочко. Понеслась. Фу, ё-моё. Я все равно еще буду на раз переделывать. Ну, примерно вот такая вот получается мука. У меня вот еще есть сито большое. Можно я отсюда насыпать, чтобы не улетучилось. Так вот не буду, скорее всего, вот так буду. Сюда буду сыпать. Ну, все понятно, да. Примерно вот так вот получается. Она вообще вон, прям мука мукой. Всем все понятно теперь. Давайте вперед лес. В лес бежите скорее, заготавливайте. Мешайте с медом, пейте. Восстанавливайте свой иммунитет и прочее, прочее, прочее. Лечитесь. Всем здоровья, до свидания. Итого где-то с 12 литров пыльников сосновых я надолбил вот столько. Это банка 450 грамм. Вот 450 грамм. Она не полная. Вот всего. Но здесь еще они будут сохнуть у меня. Это ж не все. Я их только вот собрал, что навыпадывало на газетки. Будем ждать, когда они еще будут подсохнуть. В доме прохладно. Все, всем удачи и здоровья. Все, завершающая стадия у меня будет через чулок капроновый. Вот таким макаром. Все понятно, да? Вон что осталось здесь сверху. Значит, это осталось сверху. Откидываем, новую партию засыпаем. Все. Залил пыльцу медом сосновую. Вот такой вулкан получился. Ну-ка. Что за взрыв тут был ядерный? А вот процесс пошел. Все, весь вылазился в этом меде. Не в меде, а в пыльце. Во. Огонь, батарея, огонь. Во. Такого еще не было у меня. Да ладно, какая разница теперь уже? Не, ну все равно красиво. Это мед и пыльца сосновая. Такая реакция пошла.
Это что тут такое он выстроил? Смола прилипла. Вот, тут забуянило что-то. Не думал, не гадал. Тут уже все. Ладно, пойдем смотреть самое интересное. Вот это вот. Вот что картинка нормальная. Алло. Пузыри выдавливает. А это внутри уже вот это вот. Так, на следующую банку буду, когда забодяживать, надо поставить штатив и как она будет выглядеть все. Ну и так ништяк красиво. Алло. Пузырь вылез. Сверху сейчас получилось. Сверху вот так. Надеюсь, не бабахнет. Ну все, буду перемешивать. Ну что, пробуем, заливаем вот эти маленькие баночки, залью сейчас. Смотрим, что из этого получится, как она будет там реакцию давать. Стоять. Тихо, перебор, чтоб не был. И сюда. Тихо. Вот так. Чё? Где взрывы? А вон взрыв пошел. Вот взрывается. Вот взрывается. А тут что? Тут что-то. А вот. Вот он. И вверху пенится.
О, шляпа расходится. Бух. Ладно, пусть стоит. Будем делать, подождать. А если побеспокоить? О! Бахнуло. О, пошел процесс. Сейчас тоже бахнет. Поди крышками закрыть. А то все вылетит нафиг оттуда. Здесь тоже что-то хочет. Вот. О, пенится все. Реакция какая-то идет все-таки. Не обращал внимания раньше. Вообще пофигу было. Засыпал и все. Перемешал. А тут видал, что творится. О, пенится. Вот как пеной все поднялось. Ну все. Хорошо, помаленьку. Побаловались, хватит. Ну, это долгая песня. Ну, не так, чтобы долгая, но нудная. Зачем я снимаю? О, опять плюхнула. На раздачу детям дам. Хорошим друзьям дам. У меня еще там есть. Еще вон сколько. Еще вот с этой банки я все почти выложил сюда. Меру на меру делаю, концентрация большая. Как пить, сами смотрите, кому как. Мне без разницы, я могу и ложками. Как мне бабушка говорит сейчас, пока раздашь, ты все сам сожрешь. Говорит, надо 1/4 ложки, там на 200 грамм чая. Какой там? Как горчица. Я уже навернул весло. Ничего, и не жужжу. Ладно, сюда пойдем. Поменяемся местами. Так мне удобней. О, опять пшикает. Вон сколько.
накидала. И еще бурлит. Ладно, нефиг к ней подкрадываться. Комок еще не раздолбился. Иди смотри, как вот папа и собирает. Ну ладно, все на этом хорош. Что я буду показывать, как мешать? Сами знаете, как мешать. Мешайте, собирайте. Всем опять здоровья.